Приключения на ферме. Сегодня замечательный день, потому что это мой день рождения. Посмотрим, сколько подарков мне приготовили. Доброе утро, Зенон. Доброе утро, попугай Пепе. Какой прекрасный день. Сегодня очень важный день. Ты знаешь, что это за день? Вторник? Да, сегодня вторник. Вторник и... Я думал, сегодня понедельник. В чем дело, Зенон? Я похож на календарь? Привет, дорогие мои! Вы решили нанести мне особый визит? А? Не совсем, а что? Вы сегодня пришли ко мне в гости? Нет, мы пришли за яйцами. Поверить не могу. Никто не вспомнил. Отличная идея! Это ненормально. Нужно поговорить с племянниками и племянницами. В чем дело, Перчерон? Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Ладно, посмотрим, в чем дело. Посмотрим, к чему такая срочность, Перчерон. Зачем ты привел меня сюда? Ты для этого меня сюда притащил? Посмотреть на плавающих утят? Возвращаемся на ферму. Сегодня особый день. И с каких пор ты так быстро устаешь? Ну уже вставай. Мы все равно вернемся на ферму, так или иначе. Он идет. Да, так жарко. После бежевого пути хочется пить. Мне бы свежей воды. Бартолита, ты в порядке? В чем дело? Не понимаю, с тобой все хорошо или нет? Хватит тратить мое время. Что с тобой? Отойди, дай мне пройти. Му, Бартолита, осторожно, в сторону! Что? Я никому не мешаю? Без паники! Это колесо от грузовика всего-то! Ладно, довольно! Вы отняли у меня достаточно времени. Сегодня у меня день рождения, а никто даже не вспомнил. Зенон, иди в сарай скорее! Это срочно! Попугай Пепе, что на этот раз? Скорее, Зенон! Пепе, я не в настроении, я немного расстроен и... Сюрприз! С днем рождения, дядя Зенон! Но я думал, что все забыли! Как мы могли забыть, Зенон? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дядя Зенон!